Ну что ж, всем здорова, дорогие друзья, с вами Good Game Fisher, это вторая часть туториала по крутому ролику. В этой части мы будем его доделывать и выкладывать, так сказать. Ну, не буду вас задерживать, смотрите. Ну вот, мы перешли к фотошопу. Заходим в папочку, где находится наше фото, которое, ну, которое мы экспортировали, ну, кадр, который мы экспортировали с видео. Это у нас первый кадр. Фотошопик. Ок, ок. Ну что нам надо сделать? Нам надо обрезать кубик. Для начала мы его выделим. Я использую Quick Selection Tool. Ну, у вас здесь будет стоять вот это вот. Вы нажимаете правую кнопку мыши, вот это вот. И выделяйте. Ну, если вы старичок, то вы можете взять вот это. Это у нас что? Короче, лассо. И вы вот так 2 часа выделяете, вот выделили вот так вот. И будете там дальше все делать. Ой, ладно. Сейчас 2 часа пройдет. Ну что ж, переходим к выделению. Ну вот, мы закончили выделение. Так как я тупой человек и сбился, то мне пришлось по старческому методу это все делать. Ну вот, мы выделили кубик Рубик. Неровно, потому что мне все равно... Ой, извиняюсь. Мне очень важно, поэтому я так постарался. Ну что ж, мы вот выделили. Теперь нажимаем такие магические кнопочки, которые вы все знаете. Ctrl-C. Вы скопировали вот этот вот кусочек. Пальцем хотел показать на экран. Господи, к чему я выкладываю? Затем ведем вот сюда вот. Ведем. Создаем новый слой. Такая магическая. Магические две кнопки. Ctrl-V английская. Ну, и сейчас магия. Удаляем первый слой. Та-дам! Вы вырезали. Всем все равно, что вы неровно вырезали. Но мы можем потом эластиком вот так подровнять. Если вы человека, например, там какие-то лишние кусочки, вы подравниваете там. Но в видео это не будет заметно, я вам спойлер даю, поэтому все хорошо. Вот это нам сойдет. Затем сохраняем. Я советую все в одну папочку сохранять. А так как я ленивый человек, то я это буду сюда. Нажимайте Save. В принципе, вы можете заменять вот это вот фото, потому что оно вам уже не надо. Не надо. Сохраняем. И все то же самое делаем с другими кадрами. Ну что ж, я закончил обрезать наши кадры. Сейчас мы их зальем в наш проект. Берем первое фото, перетаскиваем наш проект. Ну и внимание, сейчас мы должны их обрезать. Или мы делаем, ну, сейчас, вот так. Перемещаем ровно под нашу меточку. Первое фото, это первая фаза. Теперь у нас, теперь делаем так с каждой, с каждым фото. Ну что ж,
Мы закончили все делать. Сейчас, вы видите, выглядит как-то странно. Но сейчас вы все заметите. Ну что ж, начинаем смотреть. Ну вот, вот этот ролик. Я считаю, он получился неплохим. Ну хотя с этим можно играться, можно делать что-то получше, что-то еще круче. Прям можно там что-то добавлять. Для фокусов это тоже прикольно. Можно там немножко постанова, это вообще красиво будет. Ну вот мы закончили. И теперь мы экспортируем наше видео. Для этого вам нужна еще одна программа. А, я забыла о ней сказать. Вам нужна программа Video Encoder. Hashtag English Boy. Так. Господи, главный брейн мопсы не вспоминать. Я сейчас буду на английском говорить. Она выглядит... Ну, я вам показал, как она выглядит. Вот еще раз показываю, как она выглядит. Она выглядит вот так вот. Ну, сейчас в нее мы переходим. И дальше продолжим. Но здесь я решил прикольнуться и поставил ускоренную версию этого фрагмента, потому что он был слишком долгий. Я его ускорил на 150%. И это очень угарно. Надеюсь, вам все понятно. Ну вот, смотрите. Ну вот, мы перешли в программу Adobe Video Encoder. У меня версия 2019 года. Ссылочки на скачивание я оставлю в описании, потому что я лично очень помучился, когда ее находил. Везде, на каждых сайтах были или вирусники какие-то, или что. А я скачал на крутом сайте, о котором я расскажу в следующих роликах, возможно. Даже отдельный ролик, наверное, сниму, потому что это просто рай. Это лучший сайт на планете, который я когда-нибудь видел. Ладно. Переходим к следующей работе. Ну, вот наш проект. Он находится в папочке, которую вы... конечно же, сохраняем. Все, сохраняем, да. Переходим в Adobe Video Encoder. Затем вы в папочке, где вы сохранили. Сейчас я найду. Здесь, кстати, мои ролики. Везде находятся. Как я назвал? Крутое видео, да? Да. Идеально. А вот, крутой ролик. Пример про Project. Перетягиваем его сюда. Как вы видите, оно появилось. У вас должны стоять вот такие настройки. Здесь аж 264. Это значит файл mp4. Если здесь так не стоит, нажимаем. Ну и здесь разные настройки. В Ютубе куча роликов, какие должны быть настройки. Но я вам скажу, что это должно быть mp4. Аж 264 и YouTube 1080 Full HD. Это то, что должно быть 100%. Больше вам ничего не надо там исправлять, а то это может там проблемки быть. Нажимаем... пусть оно скатится. Ну вот, все закачалось. Ну а все сохранилось в папочку, куда вы сохраняли. И это я забыл записать, как всегда. Ну что ж, ролик наконец-то закончился. Серия туториалов закончилась. С вами был Good Game Wisher. Это экспериментальный формат для меня. Ну, ставьте лайки, мне очень приятно, когда вы пишете приятные комментарии. Мне очень приятно, сегодня аж радовался, когда мне меня сравнили с Мармоком. Так вот, всем спасибо, всем пока.